Жил-был мальчик. Он жил в маленьком городке, где каждый день был одинаковым и скучным. Однако у мальчика возникла большая мечта. Он хотел открыть свое собственное кафе, где люди смогут наслаждаться вкусным кофе и приятной атмосферой. Но у него не было ни денег, ни опыта в кулинарии. Все, что у него было, это большое воображение и непоколебимая вера в свою мечту. Он регулярно проводил время на кухне своей мамы, изучая различные рецепты и экспериментируя с ингредиентами. Он мечтал о том, чтобы каждый человек, посетив его кафе, почувствовал тепло и радость. Однажды мальчик услышал о конкурсе для молодых предпринимателей. Победитель получал финансовую поддержку и возможность открыть свое дело. Мальчик решил, что это его шанс, его возможность воплотить свою мечту в реальность. Среди множества участников мальчик предстал перед жюри и рассказал о своей идее кафе. Он описал атмосферу, которую хотел создать, и уникальные напитки, которые он придумал. Но жюри было сурово и неуловимо. Мальчик рассказал, что у него нет опыта и нет средств, но у него есть огромное желание и страсть к созданию волшебного места. «Я верю, что люди оценят не только мои напитки, но и атмосферу, которую я создам. Я собираюсь делиться своим творчеством и любовью к кофе, и я уверен, что это привлечет людей», — сказал мальчик. Жюри улыбнулось и после некоторого раздумья объявило результаты. Победителем выбрали одну девочку. Мораль истории. Даже если у вас есть огромное желание в достижении своей мечты и цели, без должных умений, навыков и финансирования, эта мечта вряд ли осуществится.